Мы с вами наблюдаем ураган Милтон в центральной Флориде, в городе Гровленд. Вот такие потоки воды сейчас. Порывы ветра. Наш накопительный пруд заполнен. Когда исчезнет этот холм, который разделяет озеро и пруд, возникнет опасность затопления. Надеюсь, нас это не коснется. Сейчас обстановка осложнилась, ветер усилился и огромное количество осадков. Мне хотелось бы показать вам, как косые линии дождя сейчас льются на землю. И вот пока летит листва. Я думаю, вы слышите шум ветра. И это, опять же, только начало, потому что landfall еще не произошел. Имеется в виду, глаз урагана еще не коснулся земли. Это произойдет через несколько часов. Хорошо видно, как там травы растираются. Такая погода у нас будет длиться всю ночь. Дай Бог нам устоять. Такая картина с другой стороны. Видите, ветер буквально рвет пальму. Дождь мелкий, не проливной, он просто несется вот так вот, и все деревья бушуют.